Я хочу пояснить, с 96 года псевдожурналист Тарасов, я считаю, что он провокатор, писал про меня статьи. Сначала в экономическом плане, потом, когда я занялся политикой, он начал писать про меня в политическом составляющем. Кто заказчик, только мы можем говорить и предполагать о том, что это делали спецслужбы, которые всяческим путем получали там различные указания сверху, чтобы меня убрать с алюминиевого завода и с политической составляющей Красноярского края. Это сегодня это подтверждается полностью все его статьями, которые он издал, книгу, в которой все написано. Это бред сумасшедшего, по-другому я никак назвать не могу. И за этот бред он будет отвечать. Точно так же, только в другом суде. Ваша честь. Я могу пояснить коротко. Вот прокурор говорит, что не связано, а я говорю связано. В Следственном комитете, когда меня приглашали Тарасова, уговаривал мне Гречишко и Хаваба дать ему интервью. Я в короткой форме объяснил, что я этого делать не буду. И то, что они вместе это все фабриковали, все этой банды, по-другому я их назвать не могу, и придет время, все это раскроется и докажется. И эти же люди, которые сегодня показывают на меня, будут показывать на них. Мы это знаем. В том числе и на отдельных прокуроров, которые сегодня здесь рассказывают нам как кино. Я просто хочу своих попросить защитника предоставить в суд книгу, которую он издал. И я думаю, вы сами увидите в этой книге, что там написано. И поэтому он прямое отношение имеет ко всем уголовным делам. В том числе и к следствию, и оперативным работникам, которые все вместе совершали вот это злодеяние, как преступление организованное. Все это банды, по-другому назвать не можно.